Українцям не до книг. Лише 27% населення читає більше, ніж раз на тиждень. Водночас щоденних читачів маємо 8%. Це результати дослідження Українського інституту книги. На жаль, дедалі все частіше інтерес до читання серед українців падає. Чому так відбувається і як часто одесити беруть книгу у руки? Давайте запитаємо. Наверное, 3 рази в неделю я берусь за книжку. Желательно, чтобы это было в бумажном виде. Но зачастую это проходит в телефонном режиме, потому что сейчас время меняется, и в основном все новостные порталы у нас в телефоне. Скажіть, будь ласка, а яку книжку останню прочитали і, можливо, що читаєте зараз? Последнюю прочитала Джо Диспенза «Сила подсознания». Очень интересная книга касательно формирования мозга. Тут очень интересный подход с точки зрения физики, науки, молекулы, атомы, как, собственно говоря, формируется сознание, про отделы мозга. Очень интересно, рекомендую почитать. І на вашу думку, все ж таки зараз дедалі менше українців читають. Що потрібно, аби якось заохочувати, аби наші українці читали більше? Ну, как минимум, основная мотивация – это то, что лексикон и развитие его может быть только благодаря чтению книг. Если человек хочет быть многогранной и интересной личностью, то, в первую очередь, он должен быть заинтересован при чтении литературы. Я считаю, что каждый занимается тем, чем ему больше нравится заниматься. Если он не читает, а, допустим, слушать аудиокниги, то, в принципе, то же самое чтение. Вот. Либо есть такой вариант, что есть какая-то книга, на которую ты потратишь там 8-12 часов. Есть краткий обзор, где самые главные основные тезисы выносятся. В течение 40 минут тебе про эту книгу могут рассказать, и ты получишь из нее самое важное. Хотя, с другой стороны, все зависит от восприятия. Некоторым людям хватает буквально там, часа, чтобы прочитать основное для себя что-то взять. А некоторые люди должны полностью погружаться, чтобы вот, каждый абзац прочувствовать на себе. То есть тут сугубо на самом деле все индивидуально. На мой взгляд, просто люди должны делать то, что они хотят, в первую очередь. А какую последнюю книжку прочитали? О, то я их много читаю, особенно детективы. Расскажите, какие? Навряд ли я смогу все рассказать. Ну, а останню книжку, яку вам найбільше, можливо, найбільше сподобалась, яку ви прочитали? Я в основном читаю такі детективи, бойовики, там, Чак Норріса, там, отакі. І скажіть ще, будь ласка, на вашу думку, що потрібно, аби люди трішечки більше читали? Що потрібно? Що потрібно? Уділяти більше внимання, чтенню, свободного времени побольше. Тоді буде время почитать. Ну, я, честно говоря, литературу техническую больше читаю. А чому? Ну, по роботі нужно. А на вашу думку, все ж таки потрібно більше читати українцям? Да, потрібно. А що для цього треба робити? Як ви думаєте? Ну, наверное, во-первых, надо, наверное, возобновить многие библиотеки, магазины, которые позакрывали книжные. Ну, и чтобы действительно читали, чтобы вернулись к этому. Я не в том возрасте, что читати. Раніше інтернет дивлюсь туди-сюди, а тут книжок не читаю. А потрібно більше читати, на вашу думку, чи не хочете? Ну, молодежі потрібно, а старшим людям вже перечитано все. Приємно відзначити, що все ж таки більшість одеситів, яких ми опитали, люблять і читають. І принаймні раз на тиждень, але беруть у руки книгу.